С 21 по 25 февраля в Екатеринбурге пройдет фестиваль мастеров «Иван да Марья». На площадке Уральского центра развития дизайна будут представлены эксклюзивные изделия ручной работы от сотен участников из разных городов страны. Посетители смогут увидеть дизайнерские керамические и деревянные изделия для кухни и интерьера, качественный домашний текстиль, искусные работы кожевников и еще тысячи других вещей, сделанных мастерами вручную и с любовью. Также будет организована отдельная зона фермерской продукции с сырами ручной работы, натуральным медом, чаями ручной сборки, рыбными деликатесами и другими вкусностями. Также с пятницы по воскресенье посетителей ждет насыщенная программа мастер-классов для детей и взрослых. Приходите на фестиваль наслаждаться творчеством. Вход свободный. Продолжительность работы фестиваля с 11:00 до 19:00 ежедневно. Адрес: Екатеринбург, улица Горького, 4А. Телефон для справок: +7 343 384 85 85. С программой мероприятий можно познакомиться на сайте фестиваля.